Всех приветствую, продолжая познакомиться с работами художников и их автобиографией. Пьер Франческо Молла, итальянский художник академического направления римской школы, писал картины на религиозные и мифологические сюжеты, пейзажи с фигурами и портреты. Также работал в технике фрески и афорт. С 1662 года возглавлял Академию Святого Луки в Риме. Пьер Франческо родился в итальяноязычном кантоне Тичино на юге Швейцарии 9 февраля 1612 года, в то время это территория Италии. Отец будущего художника был архитектором. Пьер Франческо Молла учился живописи у Джузеппе Чезари. Мало что известно о его творчестве в первые годы. С 1633 года он сопровождал отца в его работе в Северной Италии. Долгое время работал в Венеции и Болонье. Я цитирую Википедию. В 1641 году художнику поручили написать три фрески в оратории Мадонны дель Кармело. На его роде. В течение 2 лет он был помощником Франческо Альбани в Болонье. Пьер Франческо Молла вернулся в Рим в 1647 году для выполнения заказов кардинала Камилла Памфили, племянника папы Иннокентия X. Папа Александр VII поручил Молла в 1656 году написать фреску «Иосиф открывается своим братьям» в желтом зале Кверинальского дворца, которая считается его главной работой. Среди заказчиков художников была королева Кристиана Шведская, которая с 1655 года проживала в Риме. Молла получил также приглашение французского двора сопровождать кардинала Флавио Киджи, но не смог принять это приглашение из-за болезни. В 1655 году Молла был принят в Академию Святого Луки в Риме, а в 1662-1663 годах он занимал должность принцепса. Но сохранить ее и здесь помешала болезнь. Художественное творчество противоречиво и неустойчиво в стилевом отношении, хотя и тяготеет к классицизму. В живописи художника очевидны последовательные влияния Никола Пуссона, Франческо Альбани, Гверчино и Сальваторе Роза. Картину Молла можно найти не только в Риме, но и в крупных картинных галереях Лондона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В Санкт-Петербургском Эрмитаже находится 5 картин Пьера Франческо Молла. Умер Пьер Франческо Молла 13 мая 1666 года в возрасте 54 лет. Вот так вкратце из Википедии о итальянском художнике академического направления римской школы Пьер Франческо Молла. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.